Также мы обсуждали активно вопросы, связанные с промышленной кооперацией, с расширением номенклатуры экспортно-импортных операций, в том числе размещение заказов на дальнейшую реализацию экспортно-импортного потенциала. Мы, естественно, должны дополнять инфраструктуру друг друга, промышленный потенциал друг друга тем, что мы можем друг другу поставлять, тем самым увеличивая товарооборот. Сегодня озвучали цифры о нашей среднесрочной перспективе выйти на $1 миллиард товарооборота. Я считаю, что это вполне реально, тем более в рамках тех договоренностей, которые мы достигли. Я думаю, мы к этому выйдем достаточно за короткое время. Главное, что есть общий очень позитивный настрой на укрепление сотрудничества.